Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Итак, мы с вами продолжаем рассмотрение проекта CL, и справа на видео мы видим, как это будет работать при поднесении своего смартфона к брендовым вещам. И сегодня я хотел бы рассмотреть с вами социальные сети проекта и подвести итог по данному проекту. Мы с вами видим, что до конца главного токен сейла осталось 4 дня. Сейчас действует огромный бонус на нераспроданные токены. Мы также видим, что один эзериум равен 7000 CL токенов. Продано 94 миллиона токенов. И в целом дела у проекта идут довольно неплохо. Давайте же рассмотрим социальные сети. Мы видим, что в августе 2017 года сделан Twitter. 2000 читателей, 200 твитов. Твиты выходят достаточно часто, вот за последние сутки аж целых 2. То есть они радуют своих, скажем так, пользователей свежими новостями. Вот, например, о каких-то событиях. Статья на The ICO Rush. Короче, очень много информации. Вот здесь конец токен сейла 27 числа. Фотография главного представителя и основателя данного проекта. И давайте посмотрим дальше, что у нас. Мы видим Facebook. Здесь 1500 читателей. Точнее, подписчиков. Ну, здесь тоже новости с фотографиями. Вот. Глава проекта, видео есть какие-то, мероприятия добавлены и такие же публикации. Перейдем дальше. Дальше у нас идет YouTube-канал. На YouTube-канале у нас 6 видео. Некоторые из них более 1000 просмотров, вот даже более 2 есть. В целом 5600 просмотров, тоже в августе года было сделано. 17-го. Ссылки на сайт, на Twitter, на Facebook. Страна США. Перейдем дальше. Что у нас там дальше? Дальше у нас, по идее, Medium. На Medium у нас довольно много статей. Вообще, все очень красиво сделано. В виде такой вот плитки. С 9 февраля публикуются статьи. Сделано все очень и очень красиво. И на этом, в принципе, мы заканчиваем с вами рассмотрение социальных сетей. И давайте же подведем итог по данному проекту. Проект 100% можно назвать интересным и довольно инновационным, потому что такого еще нет в нашем мире, и это станет каким-то даже открытием в мире брендовых вещей. Каждый сможет установить себе на смартфон приложение и за какую-то, наверное, ежемесячную подписку с оплатой токенами CL сможет проверять все вещи на их бренд. Вот такой вот проект. Если вы еще не успели поучаствовать в токен сейле, у вас есть 4 дня. Я вас не призываю это делать, я лишь говорю, что проект крайне-крайне перспективный. Но решать, инвестировать в него или нет, это уже ваше дело. А на этом все. Всем удачи. Инвестируйте свои деньги правильно.